Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Бендер. Здесь. Артоновна. Здесь. Акерман. Здесь. Ньюбери. Здесь. Исмагул. Здесь. Так, Ляпкин, Тяпкин. Я. Так, всем. Итак, сегодня у нас сочинение. Тема «Друзья по неволе» в романе Евгения Онегина. Ребята, включайте видео. Включайте камеру. Не отрежу, да. Включай интересно, то я теперь и так вижу. О, вот как камера треснутая. Приятного аппетита. А можно написать, что Онегин эгоистично себя любит? Нельзя, это плеоназм. Причевает избыточность. Либо просто эгоист, либо просто себя любит. А если по смыслу? Можно, пишите. Главный герой романа... Помещик Евгений Онегин. Мой дядя самых честных правил. Онегин был типичным представителем крестьянства. Что бы еще написать? Аня, ты почти как Гоголь. Хорошо, что не сжигаешь. О, придумала. Татьяна была лучом света в темном царстве Онегина. Евгений? Татьяна? Я к вам писала. Да, я прочел ваше доверчивое признание любви невинное излияние. Онегин отшил Татьяну. Подкатил к Ольге. Но на Ольгу положил глаз поэт Ленский. Бро, тут, короче, смешали, как заставку поменяли. Я вообще, это уже как будто 2 года. Акерман, вы мне мешаете. Вы нам мешаете. Простите, пожалуйста. Онегин не хотел убивать Ленского, но тот явно нарывался. А ты кто? А ты кто такой? Надо Пушкину пожаловаться. Пушкину. Пушкин был терминатором царизма. Это Артонова из 9 Б сочинение пишет. Да, она укокошила кого-то. Да, она укокошила Христовкова. И в этом году она до нас добралась. Караул!
Спасите, караул! Крепитесь, товарищи, скоро звонок! Отправляйте, ребята, кто отправил, уходите от звонка. До свидания. До свидания. Отправила? До свидания? До свидания. Я тоже, до свидания. До свидания. Давай, Артоновна, присылай. Сейчас. Эх, чуть-чуть не дописала.